космос, из мор. И не осталось никого, режим повтор. Детали вычислить легко. Четверг, среда, отныне просто лишь слова. Ну что, когда уже темно, 12 дня. Ступенька, смотри, не оступись. Нет, лучше меня за руку держи. Когда первый упал, ты не верил глазам. Когда вздумал бежать, то не смог уже встать. Поговори со мной, не закрывайся. Поговори со мной о тишине. Я ждал, играл, я просто выбирал момент. Я сдох, устал, я переломанный розет. Держись, тяни, а я пойду. Пока темно, я всех соберу. Там ступенька, смотри, не оступись. Можешь руку отпустить внутри. Раньше было, только ты не плачь, держи меня, не отпускай, не отпускай. Из нас, из мор. Режим повтор. Я ждал, играл. Я сдох, устал. Когда первый упал, ты не смог уже встать. Когда первый упал, чего она? Создана с целью уничтожить как можно больше людей, как можно быстрее. Затея, кажется, окончилась плачевно, да? Так это она убила людей? Нет. На самом деле, человечество погубило гордыня. Считая себя венцом творения, люди отравляли воду, уничтожали землю и загрязняли воздух. Их погубила не ядерная зима, а долгий и бессмысленный закат самоуважения. Ты в порядке? Да. Простите, это звучало лучше, чем... Нет, они подохли от собственной тупости.